Главное – погода в доме. По прогнозам, она будет теплой. Отопительный сезон в Приднестровье продлен до 5 мая. Это связано с погодными условиями. По ночам еще холодно, местами наблюдаются заморозки, а впереди обильные дожди. Поэтому подачу тепла продлят еще на неделю. С 5 мая от отопительной системы начнут поэтапно отключать бытовых потребителей, затем учреждения различных форм собственности. Данная процедура будет осуществляться в течение нескольких дней.